Чтобы прогулки по городу стали безопаснее. Днем пожилых людей горожан преклонного возраста поздравили сотрудники ГИБДД. Бабушкам и дедушкам выдавали специальные фликеры, которые светятся в темноте и позволяют быть заметнее на дороге в вечернее время. Одевается он просто, вы, наверное, знаете, как, да? На руках? Да, вот так одевается полностью. Это мы вам просто обогнули. Класс, в темное время было видать, было видеть, вы безопасно да, переходили дорогу, не боялись. Акция профилактическая. Дело в том, что горожане после 65 лет – это тоже группа риска, как, например, школьники. Они часто бывают рассеяны и невнимательны на дорогах. Многие из них привыкли ходить по определенному маршруту, и очень часто этот маршрут не совпадает с тем, где безопаснее, то есть где находятся пешеходные переходы. Поэтому очень часто такие пешеходы попадают в дорожно-транспортные происшествия. За 8 месяцев этого года в городе произошло 11 ДТП с участием пешеходов старше 65 лет. Прохожие на улице говорят, что правила соблюдают, ну или почти всегда соблюдают. Ну нет, ну как их? Это внук учить? Нет, ни в коем случае. Мне уж 8-й десяток нельзя. Всегда, всегда стараемся соблюдать. Ну, не на 100%. Ну, не на 100%, если вот признаться. Вот. А так стараемся, да, соблюдать правила дорожного хотя движения. Хотя мы живем в Тейкове. Ну, и в Тейкове должны быть свои правила. Да. Свои, да, а между тем, преклонный возраст штрафом не помеха. Часто именно пожилые люди лихо перебегают дорогу в неположенном месте. А это, между прочим, минус 500 рублей от их и без того скромной пенсии. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.